В завершение впечатляющее шоу, которое устроили в Аргентине владельцы футбольного клуба «Эстудиантес». Они долгое время реконструировали стадион, ушло целых 14 лет и 3 миллиона долларов. Теперь команда снова играет на своей арене, а в церемонии открытия принял участие огненный царь зверей. Львы – одно из прозвищ футболистов «Эстудиантеса». Мы познакомились с новой партией впечатляющих видеороликов, но их число по-прежнему растет. Самое интересное вы сможете увидеть в программе «Шокирующая сеть».